Вітаю в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма «Це вас хвилює». Сьогодні тема надзвичайно цікава. Говорити будемо про психогенеалогію. І сьогодні в нас в студії в гостях Оля Алексєєнка, психотерапевт, практичний психолог загальноосвітньої школи номер 14 міста Миколаїв. Вітаю вас, Оля. Здравствуйте. Оля, що це взагалі за слово? Психогенеалогію. Генеалогія є таке, слышали в школі, там хтось читав, а от як це совміщається ще з терміном психо? То есть психогенеалогия – это то, что мы должны знать о своих предках и то, как, когда мы будем узнавать о своих предках, как правильно это сделать, мы расскажем в этой программе, и как это влияет на психологическое становление личности и вообще личности человека. То есть это все-таки влияет, конечно, то, что мы будем влияет. Знать о том, кто наши прапрапрадедушки, да, и прапрапрабабушки. Да. Конечно, мы же, вот смотрите, вот знаете ли вы, Яна, имена всех своих прадедов, прабабушек, там, дедушек, бабушек? Бабушки, ну, типа, потому что у меня бабушка Анна Моисеевна, а дедушку, прадедушку звали Моисей, ну, это как бы все, это все не заканчивается. А вы представляете, если вот есть все связи, да, если мы вот сейчас разберем, как правильно делать психогенеалогическое древо, оно чуть-чуть отличается от обычного древа, как составляют люди, то есть какие связи происходят, когда бабушка вышла замуж, когда дедушка женился, когда родился первый ребенок, второй ребенок, чем болели, чем не болели, как повлияла история Украины, это тоже очень важно, мы же пережили революцию, голод, да, 90-е, война была, Первая мировая, Вторая мировая, Великая Отечественная война была. Поэтому это очень важно знать для того, чтобы понять, по каким закономерностям мы развиваемся. Это очень, конечно, интересно. Обычно генеалогическое дерево, вот то, что я помню, это делали в школе. Дали задание, мы пришли, там нарисовали бабушку, дедушку. Ну, это... Так вот, стандартно. Маму, папу и себя. Хорошо, давайте начнем. Как это вообще делается, или какая-то информация должна, мы должны знать, чтобы перед тем, как делать это все? Для начала, что нам нужно сделать, это нарисовать дерево. Вот давайте попробуем нарисовать дерево. Сейчас я нарисую дерево, потому что все-таки генеалогия – это древо. Угу. Проиллюстрируем. Да. Дерево с ветками, с листочками. С ветками, с листочками, с плодами. Хорошими, надеюсь. Да. Чтобы это было наглядно видно. Обычно, когда составляем... Покажем телезрителям, какое дерево мы нарисовали, чтобы было понятно, что рисовали все-таки. Вот, нарисовали дерево. Это наше генеалогическое древо. Древо, да. Обычно, когда составляется генеалогическое древо, то рисуется, то, ставится, вот, например, на себя, да, составляем, мы рисуем себя внизу, и дальше вверх пошли по восходящим, там, братья, сестры, родители, бабушки, дедушки, прабабушки, дяди, тети, не имеет значения. Здесь все по-другому. То есть корни – это изображают наших предков. Где корни, мы там пишем наших прадедов, то есть прабабушку, прадедушку, мы обозначаем здесь. Здесь нет особенных, знаете, как обозначений, потому что используется, вот, когда составляется генеалогическое древо, то там треугольнички, квадратики, которые обозначают мужчин, женщин, здесь не это не обязательно сделать, здесь идет чуть-чуть другой процесс. Дальше. Ствол – это как бы ось структуры нашей, поэтому здесь мы указываем бабушек, дедушек, родителей, сестер, братьев, родителей, бабушек, дедушек. Дальше. Листья. Это мы сами, наши братья, сестры. То есть листья уже идут, ветки с листьями – это наши братья, сестры. А плоды – это уже наши дети. Почему в такой последовательности? То есть тех, кто находится наверху, то есть это наши дети, или мы сами, если у нас нет детей, мы вбираем в себя всю генеалогическую память рода. Вот давайте посмотрим, то есть мы покажем, да, где у нас мы должны разместить здесь наших прабабушек, прадедушек, дальше дедушки, бабушки, родители, мы на листочках, да, и наши дети, это плоды.
И само древо, когда мы изображаем древо, то это есть символ жизни, да? Мы же прекрасно знаем из сказок, из легенд, из произведений, что корнями питается все наше будущее поколение, и древо, и дает свои плоды, листочки, цветочки. Да, если срубить корни, то погибнет все дерево, да. Почему лучше вот брать три поколения? То есть мы можем сделать большое древо там, но на основании этих трех поколений мы уже можем сделать какие-то свои выводы. Для составления психогенеалогического древа есть свои особенности. Для начала, что нужно сделать, это вспомнить свои позитивные воспоминания. То есть недостаточно просто вот знать бабушки, да, дедушки, просто имена. Еще нужно какую-то психологию сюда помешивать. Да, пока, до того, как мы составляем это древо, мы сделаем такое, вы знаете, воспоминание внутрь себя произведем. То есть, первое, память глубокой привязанности. Это вот каждому человеку очень важно знать, что такое часть родной семьи. То есть мы должны прочувствовать, как было глубоко мы привязаны к своей семье или не глубоко. То есть вспоминаем какие-то позитивные моменты в этой связи, да? Потом, второе, вспоминаем о том, когда нас ободряли, то есть или поддерживали в наши какие-то периоды жизни. Дедушки или бабушки, родители, тети, дяди, братья, сестры, старшие или младшие, да? Или наши дети, все может быть. И память о радостных минутах. Это третье как бы воспоминание, вот когда мы могли радоваться жизни и как это происходило. Вот давайте попробуем с вами проведем упражнение. Давайте, конечно. Самый главный эксперимент. Да, конечно. Больше не на кого. Есть еще оператор. Нужно выбрать. Вообще три положительных воспоминания. Первое. Связано с папой или с мамой о пережитом? А с папой, как мы ходили на рыбалку. Это было очень весело. И мне было совершенно... Я маленькая была, лет 5, наверное. Мы пошли на рыбалку, сидели, ловили. Я не помню, что мы поймали, но сам процесс был очень захватывающим. Мы сидели на берегу реки, проходили какие-то люди, там удивлялись, что маленькая девочка сидит с большой удочкой. Ну, такое вот что-то позитивное очень. И как вы чувствовали? Что вы чувствовали при этом? Какие ощущения были? Что вот я учусь, папа меня учит. Поддержка какая-то была, да? Что вы чувствовали тыл за собой, да? Я становлюсь так взрослее. Я взрослею, папа рядом, вот хорошо. Дальше. Второе воспоминание, связанное с дядей или с тетей. Приятно, если есть. С тетей, конечно, есть. Ах, как дядя мне сделал деревянный стульчик своими руками. Он учился на столяра, это было, ну, тоже я совсем маленькая была, он пришел с армии, и вот там пошел учиться на столяра и сделал такой деревянный красивый для меня стульчик. То есть приятные такие воспоминания, да. Детские ассоциации со стульчиком. Тоже, смотрите, то есть опора какая-то у нас есть, да? То, там папа, тут дядя, и у вас чувствуется такая вот сильная опора со стороны вот мужского, да, вашего рода. Ну и третье воспоминание о пережитом событии, например, с бабушкой или с дедушкой. Давайте посмотрим здесь. С бабушкой или с дедушкой, когда я приехала к ним домой, и мне подарили маленькую машину. Ну, учитывая, что это постсоветский как раз, вот, а что такое-то сейчас у детей машинкой? Ну, как бы машинку, я имею в виду, что такая, которую ты садишься в нее. А, вот такая. То есть вот это серьезный подарок. Сейчас детей, конечно, не удивишь, но когда тебе 7 лет, и ты приезжаешь к бабушке, тебе дали такой вот огромный автомобиль. Первый автомобиль в жизни. Я девочка, мне подарили автомобиль, это было очень круто. А не хотели ли ваши родители мальчика? Мальчика? Не знаю, у нас три девочки в семье. Может, они и хотели. Но... Может, и хотели, да. Да, и учитывая то, что бабушка с дедушкой жили в селе, я приехала, я как принцесса ездила на автомобиле. Это было очень здорово. Тоже, видите, вы такое вот ощущаете, у вас такая фундаментальная опора, как я могу сказать, вот в вашей жизни. Это ваши родители, папа, да, ваш дядя и ваша бабушка и дедушка. Тоже автомобиль как-то больше ассоциируется, ну, с мужской стороной, да, с мужчинами больше. Ну, не знаю. Хотя сейчас и женщины ездят на машинах.
И мы плавно перешли к тому, все-таки, как нужно подойти к тому составлению этого нашей психогенеалогии, психогенеалогического древа. Есть такие маленькие 10 советов, то есть мини-исследования для того, чтобы это начать. Первое. Расспросить о прошлом своих ближайших, то есть по степени родства родственников. Это старших братьев и сестер, маму, бабушку, дедушки. То есть они владеют полной информацией, которая может вам восстановить всю историю вашей семьи. Второе. Постараться поговорить с каждым из них наедине. Ну, потому что, знаете, как какие-то есть у кого-то тайны, у кого-то кто-то как-то замалчивает, когда там много людей, да? А вот и о прошлом говорить, на один легче. Понимаете, в жизни было очень много. И здесь нужно еще постараться не просто вот так слушать, а услышать, что говорят люди, да? Вовремя задать какой-то вопрос там своим родственникам. Дальше, третье. Это нужно подготовиться к каждому разговору. То есть сосредоточиться на той информации, которую вам дают. Должны быть очень-очень внимательны, зафиксировать каждый фактик в той жизни, да, что-то переспросить. И мы переходим плавно к пятому, то есть поговорить с каждым несколько раз. Ну, первый раз может быть такой общий, потом один. Потом можно прийти с каким-то маленьким подарочком, попить чайку, что-то уточнить для себя, да. Тогда человек почувствует, ваш родственник, что он нужен, кто-то интересуется им. Может, он действительно давно хотел высказаться, что-то наболело в душе, или радость какая-то, да, или горе, и поэтому он будет заинтересован в вашем общении. Шестое. Записывайте все, что вам рассказали. То есть, когда мы пишем, мы это знаем, мы фиксируем эту информацию. Даже если что-то потом в процессе у нас испаряется в мозгу, да, то когда мы посмотрим на листочки, у нас все это восстановится, потому что наша память имеет свойство откладывать чуть-чуть информацию, да, но она никуда не уходит. Получится, если все это записывать, получится как книга семьи. Все может быть, все может. Может, и вас вдохновит это на написание какой-то истории, потому что, я еще раз повторяю, что у нас... Как Габриэль Марсия Маркес, наверное, тоже вдохновился, поговорил со своими родственниками, написал. Потому что Украина прошла очень тяжелый путь становления, и у нас очень здесь переплетаются разные народы, народности, да, и история у нас была разная такая. Дальше. Восстановить всю семейную историю в хронологическом порядке. То есть, да, вот есть факты, и постараться от какого-то факта оттолкнуться и идти или вверх, или вниз, или в стороны, да, чтобы где кто, вот, например, когда там родились бабушка или дедушка, и отсюда идти. То есть какая-то должна быть отправная точка. Или наоборот, или когда вы родились. Вот так вот. Выбрать себе точку и оттуда. Да, оттуда идти. Не забудьте, это вот седьмой пункт, не забудьте про фотографии. Попросите, есть же очень много, знаете, старых альбомов, там, конечно, фотографии вклеены, да. Ну, можно сейчас отсканировать, попросить да, на время. Да, технологии сейчас дают большие даже возможности. Даже вот недавно был, или может и сейчас продолжается на Фейсбуке такой вот, акция или не акция, что вспоминаем 90-е. Да, есть такая. Дальше. Восьмое. Наберитесь храбрости и свяжитесь с дальней роднёй. Знаете, как бывает страшно с двоюродными, тётями, дядями, братьями, сёстрами, племянниками, племянницами, а связаться всё-таки может стоить? Как бы там ни было, ругались, не ругались, смирились, но всё-таки поговорить стоит. То есть опять люди чувствуют, что вы им нужны, кому-то ещё нужны. Девятое. Съездите в те места, где жили ваши родные. Почувствовать атмосферу. Дух, да. Может, остались соседи, которые никуда не переехали. Соседи вам очень многое расскажут о них. Это уже настораживает. Разговоры соседи. Нам же нужно знать, что происходило в нашей семье и как это повлияет на нас, да? Поэтому, может, переходим к десятому пункту. Поискать дополнительную информацию. Это можно сделать запросы в архивы, библиотеки, интернет. Не полениться. Залезть в интернет, поискать, что и как там происходит, фамилия, имя, там, родители, может, действительно кто-то откликнется, да? Дальше.
Это не... И еще, как мы продолжаем работать с психогенеалогией, отдельно здесь нужно проработать материнскую линию, отдельно отцовскую линию. То есть мы собираем эту информацию, упорядочиваем, делаем как бы порядок какой-то отправной точки и классифицируем по материнской линии и по отцовской линии. Что здесь очень важно? Дата рождения мамы, папы, да? Потом имена и фамилии мамы и папы, кто и как. Обычно фамилия, конечно, передается по папе, но бывают случаи, что фамилию берут и по маме, или по каким-то другим причинам еще. Гражданское состояние. То есть в браке разведены, не разведены, ну, вот такое угу. все. Вдова, вдовец, тут еще можно смотреть. Потом профессия. Какой профессией обладают родственники? Хотели ли они что-то другое? Пошли они по зову сердцу или по чью-то наставлению? Или это так такой, нужно получается, было? Получается глубокий анализ семьи. Да. Дальше. Талант и призвание. Может, чем-то обладают уникальным ваши родственники, а мы об этом не знаем. Кто-то хорошо поет, кто-то хорошо рисует. Может, действительно, где-то на чердаках хранятся картины ваших угу. родственников. И судьбоносные события, которые были, которые происходили в жизни вот, по отцовской и по материнской линии. Следующий этап очень важно. Приступаем к тому, как мы исследуем наши персональные данные. То есть мы узнали о своих родственниках, разделили маму, папу, да? А теперь исследуем себя. Как же это влияет на нас? Что для этого нужно? Влияние моего имени. Имя – это начало судьбы человека, мы это знаем, да? Угу. То есть почему нас назвали так? Что было причиной? Этого, почему так нас назвали? Ну, обычно с этим связаны какие-то забавные истории. Может быть, может. А здесь нужно разделить. Я ношу имя одного из дальних предков, например, или близких. Имя дедушки или бабушки. Как влияет на это, да? Я ношу имя своей мамы или своего папы. Тоже бывает угу. называют в честь родителей. Я ношу имя дяди или тети. А может, имя заимствовано из фильма, спектакля, какого-то произведения, да? Почему родители меня так назвали? А может быть, имя связано с увлечением моих родителей? Да, такое тоже может быть. Да, с чем-то или с кем-то, да, тоже такое бывает, как бы ни странно это звучало. Дальше, фамилия. Что происходит? Фамилия нам дается, это очень важная веха в нашей жизни, то есть фамилия предков. Она идет по отцовской линии или по материнской линии. Здесь очень важно соотнести, узнать, как произошла наша фамилия. Да? Вот здесь на помощь придет интернет, архивы, библиотеки. Mm-hmm. Все-таки каждая фамилия происходит из чего-то, она давалась, кто-то там был... работником на поле, кто-то кузнецом, там что-то еще, что, знаете, происходит фамилия. Какие-то личностные качества да. могут повлиять. И соотношение фамилии и кровного родства, например, тоже нужно узнать. Почему? Может, действительно у мамы появился новый муж, и этот мужчина усыновил вас, дал вашу фамилию, да? А у меня было... Или ребенок вообще усыновлен был, да? И тайна усыновления тоже влияет. Фамилия все-таки влияет на то, что мы проживаем в этой жизни. Дальше. Дата рождения. Исследовать свою дату рождения. Почему? Здесь очень так интересно происходит. Совпадает ли она с датой рождения каких-то предков наших? Угу. Или не совпадает? Это интересно. Да. А может как-то проанализировать их жизнь, свою жизнь. Да, свою жизнь и их вместе сопоставить. Может, действительно, дата рождения как-то, или года, или месяца, или числа совпадают с рождением бабушки, дедушки, мамы, папы, там, дяди, тети. Может, она совпадает с датой чьей-то свадьбы. Тоже мой. То есть, как бы бессознательно родители, если для них это было важно, бессознательно как бы они подготавливали вас и себя к тому, чтобы вы родились в этот день. И еще можно сказать, что с датой чьей-то кончины тоже. Мало ли, что произошло. Может, это действительно тоже важное событие было в жизни ваших родителей.
То есть кто-то, чтобы смягчить какую-то боль утраты. Может, она совпадает с какой-то вот значительной датой, это значительная роль в вашей семье, какая-то судьбоносная роль, да, в истории своей семьи. То есть дата рождения закрепляет в подсознании какое-то важное решение или что-то произошедшее в вашей семье. И еще важно исследовать место по старшинству. Вот вы младшая или старшая сестер? Так. Потому что очень важно влияет, кто первый родился, какие надежды возлагали, да, на ребенка, на второго, на третьего. Потом можно проанализировать, кто был первый из бабушек, из дедушек, из мамы, из папы, какие они проходили вехи семьи, да, когда вы уже все записали, вы это можете знать и узнать. Вот эти главные, вот мы узнали о том, что есть, вот проанализировали себя, свое. Теперь важные возрастные рубежи в нашей семейной саге, так можно сказать. Это уже получается сага настоящая. Да, да. Столько проанализировать, и мало того, что узнать, кто, в принципе, состоит в твоем генеалогическом дереве, еще какие эмоции они испытывали во время своей жизни, какие у них были события, это, конечно, увлекающе, это целая книга. И да, и мы смотрим, как влияют эти события на нас. Что-то происходит, что-то не происходит, да, может, кто-то из, вот, из одной семьи бывает, знаете, люди все живут в деревне, в селе, а один выбивается куда-то в город. Почему это произошло, да, как бы, какой-то достиг высокого положения в обществе, как это повлияло на судьбу, да, сколько браков было у тети, у дяди, может, кто-то там женился 5-6 раз, тоже бывает, да, и у всех детей есть. Дальше, важные вот возрастные рубежи, то есть возраст, в котором, первое, это возраст, когда вступали в брак ваши родители или другие, еще другие предки. То есть судьбоносно это или не судьбоносно, да? Тут проследить, может кто-то бабушка, дедушка, ой, бабушка, мама, там, тетя вступали там в 25 лет, вот все идут 25 лет. Почему? Да, можно проанализировать, расспросить их, да? Возраст появления первого ребенка. То есть, когда родители, как это было, да? Может, действительно, это было случайное зачатие или планированное зачатие ребенка, да? Родители планировали, ваши бабушки и дедушки планировали, может быть, все, как бы там ни было, да, что раньше планировали, да. А может быть, у них они планировали появление детей. Все бывает. Возраст ухода из жизни. То есть это тоже очень важные такие ключевые рубежи, которые знать, дожили до возраста, какую мы генетику имеем, не имеем генетику, да. Следующее, что важно знать, это уже можно как расширить нашу семейную сагу, мы так назвали. Тут можно выделить такие пункты. Это первое, социальное положение членов вашей семьи. Какое бывает вот социальное положение? Как выстроилась карьера? Выстроилась ли вообще она? Можно сделать такой анализ между тем, что было раньше, там, какие отношения были в семье или что-то так, и тут вот карьера пошла. Может быть, человеку всего хватало, он хотел еще больше, или, может быть, наоборот, ему чего-то не хватало, он решил так вот себя проявить, заменить. Да, это действительно очень интересно. Второе. Истинные чувства и привязанности. Мы знаем немало случаев, да, когда вступали в брак без чувств, без привязанности, да, есть какие-то другие чувства и привязанности, да, вот у родителей бывает. Материальное положение семьи. Может, случайно наследство досталось или не досталось, всю жизнь работали, ну, как бы зарабатывали деньги своим тяжелым трудом. Четвертое. Следы переживания, связанные со смертью родственников. То есть как переживалось, как не переживалось. Здесь тоже очень важно расспросить о чувствах, которые испытывали, да, наши близкие и родные. И еще пятое, вести исторический вот контекст, что мы говорили, как повлияли. Кого-то убили, кого-то не убили, да, на войне или в революции, или голод, кто-то от голодомора умер. Тоже очень важно, это кто-то был сослан в Сибирь, да, репрессирован. Тоже очень важно знать, какой он был человек. Поэтому нам, вот этом подспорье, нам
тут понадобятся и архивы, и библиотеки, да, интернет, можно вот это все узнать. Оль, спасибо огромное. Тема очень широкая, говорить можно не переговорить, но основные вот пункты для себя, я думаю, наши телезрители также взяли, что нужно знать свою историю не только своей страны, но и своей семьи, потому что там может столько загадок, столько интересного всего таиться. Потому что, да, влияет все-таки генетическая память на наше развитие. Да. Спасибо вам огромное. С нетерпением буду ждать следующей нашей встречи. А вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що були протягом цих 26 хвилин поруч з нами. На все добре.